В минувшую субботу жители Чебоксар могли продемонстрировать свою готовность к труду и обороне. Более 70 тысяч горожан разных возрастов отправились в составе своих команд сдавать нормы ГТО. Как все прошло, знают мои коллеги Екатерина Абрамова и Сергей Рябчиков. Бег на 100 метров, прыжки в длину, подтягивания, отжимания и упражнения на пресс. Сдача именно этих нормативов ожидала всех, кто посетил фестиваль «Готов к труду и обороне». Представители республиканских и городских органов власти также приняли участие в празднике спорта. На самом деле жители Чувашской республики занимаются физической культурой и спортом. И мы среди регионов Российской Федерации занимаем лидирующие места. Помимо того, что фестиваль ГТО проводился на трех площадках города, каждая школа устроила свой спортивный праздник. Ведь к тому времени, когда комплекс «Готов к труду и обороне» будет введен официально, все должны быть физически подготовленными и стремиться получить значок золотого достоинства. Так что работать нужно усиленно и всем. Это показатель нашей любви к спорту. Кто ленится, он, смотря на вас, будет зажигаться. И тем самым мы все будем всегда в форме. Это очень важно. Каждый из участников субботнего фестиваля по его завершении получил именные учетные книжки с внесенными результатами сданных нормативов. Теперь осталось лишь сдать оставшиеся дисциплины и с гордостью получить знак отличия ГТО. Екатерина Абрамова, Игорь Поручиков, Сергей Рябчиков, Республика.